Canadians don't have general national costume because the population of this country was formed by a mix of nations, native Indians, Frenchmen, Englishmen, and others. Fashion in Canada today still depends much on the weather and climate conditions. Кленовый лист используется как канадский государственный символ с 18 века и изображается на старинных флагах Канады, на ее современном флаге, на цензе, а также на гербе. Для канадцев лист клена не только государственный символ, но и своеобразный талисман. Он изображен на футболках, кошельках, полотенцах, кружках. Кленовый лист украшает свитеры канадских хоккеистов. В настоящее время полицейская униформа приобрела следующий вид. Красный пиджак как уникальный элемент костюма канадского конного полицейского. Широкополая шляпа, хорошо защищающая от солнца и дождя. Коричневый кожаный поясной ремень, которыми заменили изделия из черной кожи, исключительно удобство при чистке. But the most unusual and distinctive piece of clothing of Native Indians was the headdress. Usually it was made of feathers and was very large and bright. Солнечный головной убор является самой эффектной составляющей частью национального костюма не только индейцев, но и всех индейских народов Канады. Национальные костюмы канадских жителей.